right. Рэнко, надеюсь, ты жив. Я потеряла твой сигнал на пару секунд. Я связалась с доктором Варисовым. Капитан Рэнко, похоже, попал в очередную временную аномалию. Видимо, из-за бомбы Е-99. Оказавшись в воде, снаряд стал нестабильным. Итак, корабль затоплен в порту. Что будем делать? Все просто. Рэнко использует МВП. Капитан, на пристани есть поврежденная платформа-усилитель. Восстановите батарею, что находится под ней, и вы сможете поднять жемчужину. Включить платформу. Поднять жемчужину. Прям как пираты Карибского моря. Ну давайте. Займемся этим. Записки бригадира 20 ноября 1954. Прибыл еще один корабль, третий за последние две недели. Поразительно, сколько всего привозят в каторгу 12. Строительство идет очень быстро. Но я не знаю, как долго мы сможем работать в таком темпе. Рабочий выдох здесь. Так и до несчастного случая недалеко. Не верь мне. Уже мне. Кому тебе? Кто оставляет эти надписи? Ты кто такой? Рационализатор. Пополнение запаса энергии МВП при подборе боеприпасов. Вот это да. Это уже интересно. Но у нас, в принципе, проблемы с энергией МВП нету. Такс. Куда нам? Наверх? Нет. Плавать будем? Давайте. Возьмем немного воздуха. И поплыли. Так. Ух ты. Здесь у нас... Так, и, а как вас обезвредить? Под водой он стреляет, нет? Придется проплывать что ли? О, отлично. Три технологии у нас уже есть. Ой, надо воды. Ой, воды, воздуха. Надо воды. Это что так забяка? Так, ну, собственно, батарея. Спустили воду, отлично. Поднять жемчужину. Отлично. Все как-то просто и легко. Не к добру это. Не может быть все так просто. Капитан, у вас получилось! Вы подняли корабль! Мы видим его отсюда. Мы с Кэтрин направляемся в порт, но не ждите нас. Бомба находится в грузовом отсеке под палубой. Рэнко, поспешите. Демичев не
Третий задний грузовой отсек. Так. Так, понимаю, надо обратно возвращаться. Или нет? О, какие-то монстры опять. Капитан, учтите, МВП действует на большие объекты вроде кораблей лишь короткое время. Судно снова уйдет под воду. Смотрите на него и как можно скорее уносите оттуда ноги. Так. Телепортирующие. Вас еще не хватало здесь. Полное все. Ой. Не мое это кидать бочки. Метка. Я лучше так, пулеметиком. Во-во-во-во-во-во. Ренка, мы в порту, но повсюду солдаты Демичева. Вертолеты доставляют спецназ на корабль. Будь начеку. Он утопил судно, все эти люди мертвы. О, что там творится-то? Вертушка. Ай. Отлично. Не попадаемся и на глаза, наверное. Наверное, так задумано. Полная. Ой. Личный дневник 22 ноября 1955 года. Мы приняли на борт предмет, который доктор Демичев называет бомбой Е-99. Неприятно держать такое в трюме. Бомба не прошла испытания. Она опасна. Я приказал офицерам не подпускать никого к трюму. Надеюсь, море будет спокойным на обратном пути. Двигаемся дальше. Григорий говорит, что капитан запретил заходить в кормовой отсек. Там какая-то новая бомба, которую нужно доставить в Москву. Вот бы ее, вот бы на нее посмотреть. Так. Детексомет. Для броска обычная осколочная граната. Нажмите мышь. Для запуска управляемой гранаты удерживайте вторую кнопку мыши, а затем нажмите правую. Ой, левую. Для управления гранатой используйте... Ну, понятно, это как и... Гранатомет использует управляемые
Боеприпасы, как обычные, так и дистанционные активируемые гранаты, обладают очень большим радиусом поражения. Понятно, принцип как у охотника также. Так, что у нас с оружием? У нас там технологии, по-моему, есть. Давайте. Его попробуем усовершенствовать, раз мы с ним начали ходить. Так, и вот так. Работает. А вон кейс. Еще один. Как его взять? Ой. Не понял. А, нифига себе. Понятно. Пустили, да? Вот это-то как открыть? Бред, конечно, но можно попробовать, нет? А, нифига. Она еще и прыгает. Ой. Так. Ну-ка, не понял. А дальше? А, о. Ну нифига себе, на мозг. Сегодня во время очередного погружения мы поймали странное существо, неизвестного науки хищника, который вцепляется в голову жертвы и использует ее для питания и размножения. Этот хищник уже напал на нескольких членов команды. Теперь они свернулись калачиком и катаются туда-сюда по палубе. Мы продолжим изучение этого существа. С.А. Мама, у меня голова раскалывается. Тратить не будем пока. Так, снова эти телепортирующие. Тут еще у нас отряд Димичева. Прибыл. Ух ты. Воу. Так, так не пойдет. Давайте-ка
Пулеметик. Вот чё за... А, его всё-таки разорвало, что ли? Так, аптечек у нас максимум. Тоже максимум. Между собой они там. Пускай, пускай. Никто тебе уже не поможет. Извини, друг. Так, у нас все по максимуму. Отлично. Уже давно пора понять, что нельзя стоять возле красных бочек. О! Перезарядочка, быстрей. Отлично. Жемчужина наша разрушается. Что ж ты там высмотрел? Еще раз вспыхнул. Почему? Так, нам туда, походу. Давайте здесь еще посмотрим, что умеем. Оружейный. Так, понятно. Оружейный шкаф. Так, что у нас есть? Что мы можем сделать? Давайте посмотрим. Здесь мы можем сделать. Так, две технологии у нас. Давайте. Все равно с ним ходим. Хотя патронов немного. А, нет, нормально, нормально. Воу-воу-воу. А, тут надо было тихо. Ну ладно. Так, биоформула. Броня. Уменьшение урона в дальнем бою.
Приказ капитана. Вход в кормовой грузовой отсек строго запрещается. На борту находится опасный военный груз, который необходимо доставить в целостности и сохранности. В ближайшее время будут назначены дежурные по отсеку. Обязанность дежурного – проверять груз 3 раза в день, а также в любое время по моему требованию. Во благо Родины. Так, здесь ничего, да, у нас больше. Отлично, собираем ништяки. Дорогая моя Аня, мы скоро покидаем каторгу. Второй раз за все это время. Еще 2 рейса, и мне дадут отпуск. Жду не дождусь, когда мы увидимся, и я расскажу тебе об этом острове. Не поверишь, чем они тут занимаются. Люблю, Тимур. Такое предположение, что Тимур все-таки не дождался отпуска. Затонул вместе с кораблем. О! Тихо. Тихо, тихо. Ох ты, жесть тут такая. Так. Нужно перезарядочку сделать. Вот так. Отлично. Что у нас здесь? У нас здесь аптечки. Аптечки у нас максимум. Давайте послушаем. Да. Против всех правил безопасности. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот это уже мне не нравится. Пробоина с водой, а вода не набирается. Ну и слава богу, что она не набирается. Фу, успел. Так, там еще один. Ай-яй-яй. Спасайся, кто может, судно тонет. Оу. На борту даже монумент. Демичева, скорее всего. Судя по навигатору, вы сейчас в трюме. Отлично, бомба находится совсем рядом. Ничего хорошего.
Так. Рука и молот. Прям как молот Тора, блин. Воу-воу. О, нет. Только не вы. Пожалуйста. Да что ты будешь делать-то? Ну, хоть они не это, не в разброс бежали. Так. Где-то эти. Держи. Ай-яй-яй. Отлично. Так и знал, что здесь какой-то ништяк лежит. Держите. Как я с ними, а? Расправился-то. Буду знать. Доктор Демичев приказал убрать с каторги 12 все изображения Ленина. Он заявил, что на этом острове будет рожден новый Советский Союз, поэтому мы должны избавиться от любых напоминаний о прошлом. Теперь до конца рейса я должен охранять огромную голову Ленина. Думаю, статуи они сносить не будут, а просто приделают к ней голову Демичева. Да-да-да, я уже понял, что перевозит Ленина. Я сначала думал Демичев. А нет, все-таки Ленин. Так, Валькирия. Все по максимуму. Давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать, купить. Так, рационализатор. Пополнение запаса энергии МВП при подборе боеприпасов. У нас 5 штук, да? Так. Выносливость, самооборона, уменьшение рукопашины, уменьшение урона в дальнем бою. Давайте броню. Повышение эффективности аптечек. Увеличение максимального запаса аптечек. Дополнительные ячейки для снаряжения МВП. Можно было улучшение оружия, ну ладно. Так. Запас аптечек можно прибавить. Еще броню. Вампир самое нормальное, походу, здесь. Ну, еще и ворошиловский стрелок. Тоже нормуль. Давайте тогда дальше с броней. Броню по максимуму. Ну и давайте. Увеличение максимальное запаса аптечек. Добьем.
Отлично. О, нет. Ай-яй-яй, застрял. Лучки. Так, сейчас паучки должны вылезти. Ай-яй-яй. Все? Паучки кончились? Ну давайте я вам по ногам сейчас. Нет? Не прокатывает? Отлично. Разобрались. Он идет. Дрянка, эффект ослабевает. Корабль начал тонуть. Ему не выбраться, там слишком много солдат. Кэтрин, стойте! Куда вы собрались? На корабль. Дрянка, я буду у тебя через минуту и отвлеку солдат на себя. Ну началось, еще и ее надо будет спасать. Прибывает. Так, ну здесь нам ничего не надо пока. Хотя, давайте-ка возьмем вместо выбрать вместо вот этого дробовик. Корабль тонет. Солдаты Демичева перекрыли выходы из трюма. Капитан, вы упустили свой шанс. Еще нет. Ренка, бери бомбу. Я задержу их, чтобы ты успел выбраться. Так, чё, мне плыть надо? О боже. И куда там плыть-то? Сюда нельзя? Ой, а это что за тварь? Так, отлично, бомба у нас.
Теперь чё? Чё покинуть? Жемчужина, пока она не затонула. Ой. И куда? Ай-яй-яй, я застрял. Да, значит. Да что ты все застреваешь-то? Бесишь меня. Да, наверх, что ли? Ой. Да что ты не прыгаешь-то? Че за бред? Катит. Обратно, что ли, плыть? Странно, странно вообще, что-то не могу понять, куда идти. А! Походу я врубился. Валим, 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 пока он не разрушился полностью. Так, здесь у нас чё? Чё? Тоже ничего нету. О. Плывем, плывем, плывем. Воздух, воздух нужен. Получилось, бомба Е-99. Значит, не все потеряно.